Брось хандрить, брось! Засмейся! Это мне дозволяется хандрить, я живу в пустыне, я болею почти каждую неделю. А ты? Твоя жизнь как-никак полна. Дорогая, славная моя жена, будь Богом хранима. Вспоминай своего мужа хотя бы иногда по вечерам. Ведь я никакой не пьяница, не мотыга, и даже иногда хожу в темных кальсонах. Дорогой мой милый писатель, ты как-то странно мне пишешь. Я не хочу, чтобы ты приехал в Москву. Я не хочу. Когда я мучаюсь, я решила, что ты охладел ко мне, что тебя не тянет ко мне в Москву. Боже, мне так хочется, чтобы ты был здесь, со мной, чтобы принять репетицию. Я могла бы отдыхать с тобой, мне было бы так спокойно, хорошо. Пойми ты, что я сдерживаюсь, когда пишу тебе. Думаю о твоем здоровье. Как ты этого не понимаешь? Хотя я так рассуждаю, если тебе здесь нравственно будет хорошо и спокойно, ты и физически будешь лучше себя чувствовать. Я не права, мой милый. Приезжай, приезжай скорее. Я хочу тебя увидеть. Хочу, чтобы ты был здесь сейчас же. Так ты собираешься меня забыть и полюбить другую? Попробуй. А я полюбуюсь. Нет, все это вздор, глупость. Ты приезжай и опять люби, чтобы было много любви и тепла. Ничего в себе, все ясно, все договорено. Ничего больше не хочу тебе писать, пока не получу депешу, что ты едешь. Мой милый голубчик, приезжай скорее. Приезжай, 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 приезжай. Перед третьим актом ослабела, нервы упали, и четвертый играла слабо, все в испарении от слабости. Как я мучаюсь, когда играю скверно. Мне кажется, что я никакая не актриса, все раздуто, я полное ничтожество. Тяжело делается. А чего у меня нет веры ни во что? Мне кажется, что мои письма надоели тебе. Ну, не ту струну тронула. Не буду сегодня писать. Я к Верликлюнди. Ты и так один. Да я еще тоску буду нагонять. Знаешь, я с ужасом чувствую, как сужается моя жизнь. Куда ни ткни, одни стенки. Жизнь такая большая, а ничего не видно ровно. День прошел так себе. Завтра смотрит Константин Сергеевич оба состава первый акт. Он в восторге от твоего письма. Из намеков Маши я поняла, что ты ей рассказала о новой пьесе, которую ты задумал. Мне ты даже вскользь не намекнул. Хотя должен знать, как мне это важно! Ну ничего, Бог с тобой. У тебя нет веры в меня. Я ничего у тебя больше спрашивать не буду. Не волнуйся. От других услышу. Будь здоров! Ешь так же много! Питай себя! Выходи! Отправился на гастроли в Петербург. Во время спектакля рабочие не вовремя открыли люк. И она, будучи беременной, упала с высоты нескольких метров. Надо жить! 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 Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Будем жить! Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Испытания! Будем трудиться для других. И теперь, и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем.
со гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было больно, и Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, на теперешние наши дела глянемся с умилением. Я верю горячо, страстно, милый дядя Ваня, мы отдохнем. Мы услышим ангелов, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихую, нежную, ласковую, как ласка. Я верую, дядя, милый дядя Ваня, мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем? Мы отдохнем! Мы отдохнем! Мы отдохнем! Понимаю. В нашем деле не имеет значения, играем мы на сцене или пишем. Главное, не блеск, не слава, не то, о чем я мечтала. А умение терпеть. Умей нести свой крест и веру. Я верую, и мне так больно. И когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жизни. Не боюсь жизни. Все жизни, совершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как Земля не носит на себе ни единого живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. И майских жуков уже не видно в липовых рощах. Холодно. 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 Пусто. 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 Страшно. 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 Тела живых существ исчезли в прахе. И вечная материя обличила их в камни, воду, облака. А души их слились в едино. Общая мировая душа — это я. Я. Во мне душа и Александра Великого. И Цезаря. И Шекспира. И Наполеона. И последней пиявки. И последней пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. И я помню все. Все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Она макака по знаку зодиака, да имя знака, она макака, она макака по знаку зодиака. Thank you.
Александровна,